Свято повинно бути у кожного, особливо, якщо його чекають діти. А що робити, якщо у найменших і найгарніших діток немає нікого, аби їм можна було допомогти? Про благочинність будемо говорити сьогодні з гостями, які прийшли до нашої студії, з людьми, які опікуються і дітьми, і, мабуть, і дорослими також, тому що все це пов'язано у нашому житті. Тож я з задоволенням представляю вам Наталію Сівак, голову опікунської ради благодійного фонду, і Ігоря Македонського, генерального директора комунального підприємства «Дніпропетровський спеціалізований медичний центр матері та дитини» імені професора Руднєва. Тож, сучасний центр матері та дитини імені професора Руднєва показав себе з дуже доброї позиції. І ми всі знаємо, що є багато кваліфікованих спеціалістів, які працюють у цьому центрі. Це осередок. Дуже багато різних і операцій проводяться там, так? І ви рятуєте найменших немовлят. Тож, скажіть, будь ласка, пане Ігоре, які потреби зараз є на сьогоднішній день у вашому центрі і чи є якісь потреби дуже важливі? Да, дійсно так. Но недавно, он не недавно открылся, более 110 лет назад, купец Алексеенко построил эту больницу и оставил часть своего состояния, 650 тысяч рублей золотом, которые должны были идти на содержание этой больницы. Ну, прошли десятки, уже сотни лет. За последние несколько лет действительно больница обновилась. Появилось два современных корпуса, которыми можно гордиться, которые, наверное, лучшие на Украине. Педиатрический и хирургический корпус. В среднем за год помощь получают более 15 тысяч жителей города и области. Это и новорожденные, и дети с хирургической патологией, и роженицы, и женщины, нуждающиеся в гинекологической помощи. Оборудование имеется, его, наверное, достаточно, но больница набирает обороты, и мы порой сталкиваемся с тем, что чего-то не хватает. В связи с этим мы обратились в благотворительный фонд «Мама плюс я» с просьбой приобрести нам современный наркозно-дыхательный аппарат и концентратор кислорода для обеспечения палатоінтенсивної терапії. Пане Ігорі, це вже зараз є така потреба, і такого апарату не було на сьогоднішній день, так? Ну, були апарати, но потрібно ще. Треба ще, так? Тобто, можливо, ось така потреба, вона виникає, і в подальшому теж будуть потреби, які потрібні і кожному центру. Я зараз не тільки можу говорити зараз про імені Руднєва, так, центр, а про інші, можливо, медичні заклади, які є у нашому місті. Вони потреби виникають кожного дня, тим більше, що зараз ситуація з ковідом серйозна, і насправді, якщо ми говоримо зараз про ту кількість дітей, які обслуговуються у вашому центрі, то чи можемо ми сказати, що їхня кількість може збільшуватись? Ну, можливо, з розширенням і корпусу, і взагалі, можливо, буде збільшуватись і персонал. Чи немає зараз такої можливості? Так, звичайно. Обсяг медичної допомоги буде розширюватись. На жаль, діти та дорослі продовжують хворіти. Медичне обладнання, воно має певний ресурс використання. Воно потребує реконструкції, оновлення і таке інше. Тобто в кожній лікарні міста та області є певні потреби у медичному обладнанні. Так, і звичайно, що з кошт, які є, так, то забезпечити на 100% усім необхідним ми не можемо, так, ми це розраховувати, пане Ігоре. Як взагалі ситуація з фінансуванням на сьогоднішній день, державним, я маю на увазі? Державне фінансування здійснюється через Національну службу здоров'я України. Вони перечисляють певні кошти, але ми не маємо можливості використовувати ці кошти на придбання довгострокового обладнання, високовартісного обладнання. Тобто це все лежить на місцевій владі. І поки що фінансування не було. Пані Наталі, а ви ось долучаєтесь, так, до таких справ і, ну, благодійний фонд, так, у вас, ми знаємо всі вашу діяльність, що ви дуже опікуєтесь дітьми і часто берете участь у різних благодійних акціях. Совершенно верно. Что касается сегодняшнего нашего эфира, цели и ценности, да, мы сотрудничаем с Центром матери и ребенка.
имени профессора Руднева. С Игорем Александровичем знаем друг друга уже очень много лет, практически, наверное, 15. Вот, помогаем всегда. Есть глубокое доверие и уважение к этому центру, к специалистам этого центра. И мы знаем, что вся оказанная помощь, она идет точно, четко на детей. В этом году наш фонд стал более официально и тесно сотрудничать. Мы подписали меморандум о сотрудничестве. И теперь мы обязаны, и мы этому рады, помогать по каждому запросу центру о помощи. Угу. Дыхательный аппарат, о котором идет речь, его сумма 613 тысяч гривен. Это очень большая сумма, как для одного фонда нашего. И мы поэтому решили объединить весь мир, Украину, город, для сбора средств. Буквально недавно, в воскресенье, 20 декабря, мы провели благотворительную барахолку, на которой было 2000 единиц товара от 200 людей, которые благотворительно, безвозмездно отдали свои вещи, картины, книги, сумки, обувь. Ну, было все. Вот. Мы продали очень много вещей, больше 1000 единиц. Которые и деньги все от проданных, естественно, вещей, они пойдут на аппарат. Мы собрали сумму 263 454 гривны. Но этой суммы не хватает, недостаточно. Нам нужно еще 350 тысяч гривен для того, чтобы мы могли купить аппарат. Начало положено, мы сделали колоссальную работу. Я знаю, что в городе проводились барахолки, но такой суммы с барахолок не собирал город. Это большая работа, это большая победа каждого, кто присоединился, кто нас поддержал и пришел приобрести вещи, и информационно нас поддержал, и просто перечисляли деньги на счет. Тут такие тоже были благотворители. Но вопрос мы не закрыли. И, конечно, мы ставим себе серьезные амбициозные планы до Нового года собрать необходимую сумму, чтобы аппарат появился в больнице, и мы могли все-таки довести дело до ума. Ну, выходит, половина коштів зібрана, так? Ну, можна сказати, менше, половина, ну, трошки, менше, так? Да, 45%. А тут залишається часу не так-то багато. Які, ну, є плани? Є план, да. Є план. Ми стартувало продовження «Доброї історії». Ми назвали нашу барахолку «Доброї історії». Вона продовжується, це «Доброя історія». Всі, хто по каким-то причинам не присоединился ще к барахолке, не смог, не захотел. Очень хочется, чтобы смогли и захотели. Конечно, можно перечислить деньги на расчетный счет фонда с назначением платежа на аппарат. Но мы придумали, на мой взгляд, очень прекрасную идею, которая уже работает, запущена, мы ее запустили. Это, будем так говорить, бумеранг добра, да, в хорошем смысле слова. То есть мы предлагаем всем принять участие в благотворительности и в розыгрыше подарков. Каждый человек, кто перечислит 200 гривен на благотворительность, у него есть возможность принять участие в розыгрыше сертификатов на 3000 гривен от ресторанов. То есть мы сейчас ведем активные переговоры с ресторанами нашего города. Так, зацікавлюєте тих людей, які могли би теж взяти участь. Получается, все выигрыши. Рестораны, которые принимают участие, мы сейчас ведем переговоры, многие уже согласились. Я продолжаю вести переговоры. Лично я звоню, лично я коммуницирую. Я говорю, ребята, как вы можете присоединиться? Да? И вам выгодно, и это тоже маркетинг и ваше продвижение. От вас сертификат на сумму в 3000 гривен от ресторана. Можно таких сертификатов сделать и один, и два, и 3,5. Чим вже больше... ресторани почали приїхати. Почали, звичайно, так. Ну, ми не будемо вже рекламувати, да, у нас ж, да, звичайно, так, я не можу, я би з удовольствием що... сказала би, ну, які присоєднились ресторани, ну просто... Декілька вже є. Ну, цього достатньо, да, уже, щоб хоча б розуміти ситуацію. Уже на даний так. момент є неплохое количество ресторанов, но я максималист, я считаю, что чем больше будет ресторанов, тем больше людей откликнется, и тем больше мы и быстрее соберем деньги. То есть условия очень простые. Вы благотворитель, жертвуете 200 гривен, вы уже пожертвовали, вы уже помогли на аппарат. Но 30 декабря мы делаем розыгрыш в прямом эфире сертификатов от всех ресторанов, кто с нами войдет в это доброе дело, и люди могут получить еще на 3000 гривен за 200 гривен возможность пойти в ресторан. Вот такую мы придумали акцию. Ну, цікава, до речі, ідея така. Це справді, мабуть, вже шляхом помилок. Да, вийшли ви вже на рівень той, ось який зараз вже є у вас. Так, скажіть, будь ласка, пані Наталі, от зараз, насправді, незважаючи на те, що
місто Дніпро, можна вважати його волонтерським містом, і воно себе і раніше показувало, а з 2014 року так взагалі можна назвати його осередком волонтерського руху. Але ж ставлення до благодійних організацій, воно було з великим питанням. Тобто люди не завжди довіряли їм. Угу. Чому? Тому що не знали, куди підуть гроші, не знали спрямування, наскільки можна довіряти і так далі, і так далі. Тобто ось така трошки хибна позиція, угу, у благодійних організацій таки вона і залишається по сьогоднішній день. Як з цим боротись? І як ви думаєте, чи можете ви ось те питання таки зрушити його трошки з тої мертвої точки і таки довести, що ваша довіра, вона 100%, можна довіряти? Конечно. Ну, во-первых, бороться не нужно. Нужно просто созидать и работать. Работать честно, прозрачно, качественно и открыто. За 14 лет работы фонд, конечно, у нас уже есть и доверие, и имидж, и уважение. Почему? Потому что мы не просто заявляем о сборе средств, мы не просто говорим, что мы хотим что-то сделать. Мы делаем. Мы заявляем и доводим дело до конца. За последний 20-й год нами было проведено много проектов и акций, много оказано помощи. Больше 2 миллионов денег мы инвестировали в помощь нашим подопечным. Это в первую очередь, конечно, сироты. И в Центре матери и ребенка мы также опекаем сирот. Но, естественно, любой аппарат, он может работать и для сирот, и для других нуждающихся людей, угу, и это прекрасно. Доверие есть тогда, когда есть прозрачность работы и отчетность. У нас есть и прозрачность работы у фонда, и отчетность. Любой меценат, который с нами работает, он может зайти к нам на страницу в соцсетях или на сайт, он может посмотреть на нашу деятельность, он может связаться с нашими подопечными, которым мы оказываем помощь напрямую, и узнать, действительно ли то, что мы говорим, является правдой. И нам не страшно, нам не стыдно смотреть людям в глаза. Да, действительно, мы можем адресовать любого мецената, кто нам помогает, или человека, который хочет выяснить, а действительно ли эта помощь идет адресно подопечным нашим, угу, к тем подопечным, которым мы уже помогли. Что касается Центра матери и ребенка, ну, здесь абсолютно все прозрачно. Мы работаем официально, и аппараты, которые уже были куплены фондом, и аппарат дыхательный, на который мы сейчас собираем деньги, это будет передано официально, закуплено, угу, официально и передано официально в Центр матери ребенка. В том, что он спасет тысячи судеб детских жизней, я не сомневаюсь ни на секунду, я в этом уверена. И в том, что он жизненно необходим, я это тоже понимаю. Поэтому для нас сейчас очень важно максимально быстро сработать и найти, дособрать необходимую сумму денег. В преддверии новогодних праздников есть и такая традиция, лично у меня и у моих меценатов, мы себе на дни рождения и на праздники делаем подарки. Наши подарки заключаются в том, ну вот лично у меня, я инвестирую деньги или в жизнь, или в лечение, или в развитие, да, там, моего подопечного, ребенка-сироты, и не только. Поэтому есть прекрасная возможность у всей страны Украины, ну, хотя бы в частности города Днепр, сделать себе подарок Новому году, перечислив любую сумму на аппарат, или приняв участие в вот такой нашей интересной креативной такая истории акция, с ресторанами. Так, зрозуміло, и любая сумма абсолютно она поможет. Ну, 200 гривен, це ви сказали, 200 гривен это акционная, да. Можно перечислить 500, можно перечислить 50 тысяч гривен, в зависимости от... Можно 20 гривен перечислить, это тоже существенно. Но представьте себе, у нас в городе Днепр, если я не ошибаюсь, 900 тысяч человек. Да? Даже если 1% поучаствуют, мы уже сможем закрыть этот вопрос, понимаете? То есть главное не быть безразличным, не проходить мимо. Даже если ты не можешь понять, помочь финансово, ну помоги информационно, расскажи своему окружению, а они тоже дальше пойдет вот этот вот, да, опять же, у вас рукопожатие. Це робити, так? Якщо вже зараз і пішла, як то кажуть, ідея і її підхопили, то будемо сподіватися, що справді все вийде. Так? Ну, тим більше з таким натхненням, з яким ви це робите. Пане Ігоре, ось ми почали говорити вже про дітей-сиріт, як потрапляють вони до центру матері та дитини, і хто потім далі опікується цими дітьми, як складається їхня доля. Дети поступают из родильных домов, и родители по тем или иным причинам имеют желание отказаться от детей.
Это сложный, скорее всего, социальный вопрос. Мы уже сделали максимум, что могли, и организовали церковь, и психолога, и, в общем-то, все работают с этими людьми. Но, с родителями, да. Но порой эти люди просто не являются в больницу, и с ними невозможно обсуждать Немає будущее. Немає контактів. Верно. Коммуникация. Вы прекрасно сказали о 2014 году, и... Ну, я горжусь тем, что я живу в этом городе. Это действительно город патриотов, меценатов и очень разумных и деловых людей. Огромное спасибо тем, кто что-то сделал для фонда, для больницы, вообще для ближнего. И спасибо тем, кто еще сделает. Звичайно, так і буде. Будуть люди приєднуватись, тим більше, коли вони бачать таку віддачу. Пане Ігоре, от я знаю, от чула про вас от як людину, яка весь час в своїй роботі. Ну, тобто це навіть вже не робота, а ваше життя таке. Як ви так можете... Ну, я про що говорю? Що є люди, які спокійно відпочивають так, після роботи, а у вас такий графік і такий ритм, який не дає вам можливості цього зробити. Чи... Це може якось, можливо, ну, я не знаю, ваше, все одно вам треба відпочивати колись, все одно треба думати і ще набиратись сил. І як ви взагалі ставитесь до своєї роботи і чи не думаєте, що, можливо, хоча б на Новий рік ось той відпочинок появиться десь? Я надіюсь, це дійсно моя робота, моя життя. І чим більше в неї втягуєшся, в цю роботу, тим менше спиш. Це правда, так і є. Без сна. Але що ж зробиш? Тут справа така. Або твоя робота, яка поглинає повністю, так, і ти з нею живеш, і вже не бачиш іншого виходу і іншої ситуації. Або все було б інакше, але це були б вже б не ви. Ось так. Це так. Це так і є. З приводу центру і його розвитку, взагалі, хочеться сказати, що ви витягаєте дітей, можна сказати, з того світу. І є така думка у багатьох людей, які потрапляють з дуже серйозними наслідками, з пороками розвитку. Все це виходить. З чим пов'язаний успіх? Це сукупність кваліфікованих працівників і медичного забезпечення, обладнання в тому числі, яке от зараз з'явилось. Так? Тобто ми маємо можливість говорити зараз про той центр, який відкрився додатково, ось який знають люди, ну нещодавно, я мала на увазі його саме. Ну, новий обновлений. Новий оновлений, так. Конечно, сотрудникам приятно работать в новом здании, на современном оборудовании, но Золотой фонд – это те врачи, те сестры, санитарки, которые повседневную работу посвящают этим детям, пациентам. Успех в мультидисциплинарной команде, когда специалисты разных профилей могут объединиться для того, чтобы решить порой неразрешимую задачу. Это особенно актуально сейчас, когда, ну, в общем-то, кризис медицины. Большинство молодых врачей стремится уехать из-за мизерной зарплаты, из-за нищенского существования. Поэтому есть определенный возрастной провал в подготовке специалистов. И я пока не представляю, как ее можно решить. Это должна быть государственная программа. Люди, которые посвящают и отдают свою жизнь служению другим людям, здоровью их, должны иметь достойное существование. Иначе эту проблему не решить. Уговорами, просьбами, грамотами. Так, але ж все одно той склад, який зараз є у вас, і ті лікарі, вони все ж вірні своїй справі, залишились, нікуди не поїхали. І... Поки що. Ну, будемо сподіватися, що будуть зрушення хоча б на державному рівні і, можливо, якісь будуть програми додаткові. Всі ми на це сподіваємось. Звичайно, хочеться, щоб таких лікарів самовідданих ставало більше в нашій країні, щоб нікуди не їхали. Так, спеціалісти. Ну і наостанок хочеться почути від вас теж, пані Наталі, пане Ігоре, ті слова, які хотіли ви донести до кожного мешканця нашого міста, можливо, і за його межами. Тож, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що, знаєте, коли ти обращаєшся за допомогою до людей, ти, звісно, чекаєш підтримки.
Мне не стыдно, не сложно, я делаю это с удовольствием, потому что я прошу не для себя, я прошу для людей, сейчас для детей. Я считаю, что и город Днепр, и Украина, и весь мир, мы в состоянии на данном этапе своей жизни, как бы не было тяжело, каким бы сложным ни был год, подумать о тех, кому еще хуже и сложнее, и внести свою лепту обязательно. Я всегда говорю, лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Сочувствием мы никому никогда не поможем. А помогать мы должны, потому что мы люди. Мы государство – это люди, это не только его руководители и руководство, это люди. И мне хочется призвать всю Украину не проходить мимо просьб о помощи не только в контексте данного аппарата, а вообще. И всегда искать не причину отказа, а возможность, как я могу помочь, и обязательно помочь. Тогда мы очистим наше общество от негатива, и, возможно, запросов о помощи и не будет в перспективе. Вся проблема заключается в том, что очень часто люди думают, что я ничего не смогу сделать. Даже в контексте сейчас аппарата. Боже, какая огромная сумма, 613 тысяч гривен. У меня таких денег нет. Я не помогу, я пройду мимо. Пані Наталі, економічна ситуація таки підвела, мабуть, усіх зараз до того, щоб так думати. Но з другої сторони, ми прекрасно розуміємо, що не випитає чашка кофе, да, там, или какой-то, ну, отказать себе, може бути, в якомусь ежедневному удовольстві, да, вот сьогодні не випити чашечку кофе, і вот эти 20, 10, 15, даже 5 гривен я переведу. І вот чем больше людей будет вот так вот мыслить, тем быстрее и качественнее мы будем оказывать помощь. Потому что помощь медицинского направления, здесь нет времени рассуждать. Когда речь идет о жизни младенца, здесь нет времени рассуждать. Здесь нужно действовать очень быстро, моментально. Да? Это вопрос жизни человека, тем более маленького человека. Поэтому я хочу призвать любимый город Днепр и всю Украину, и всех, кто для кого милосердие, помощь – это, ну, скажем так, призыв, да, души, открытость. Поддержите, пожалуйста, нас, помогите нам для центра имени Руднева, матери ребенка имени профессора Руднева, до Нового года, до 30 декабря собрать необходимую сумму денег, тем более, что мы уже положили начало, у нас уже есть 263 тысячи гривен. Осталось всего 350, и аппарат будет в центре, а значит, мы спасем тысячи маленьких жизней. Так, пан Игорь. Я бы хотел всем пожелать крепкого здоровья, терпение. Все эти пандемии и негоразды неизбежно закончатся. Жизнь вас торжествует. Любите жизнь. Ну, от на такому позитиві хочеться завершити програму. Дуже дякую вам, шановні гості. Дуже приємно було спілкуватися з щедрими людьми, порядними і тими такими відданими своїй справі. Ну, мені надзвичайно приємно, що є люди в нашому місті саме такі. І я от ніколи не сумнівалася, що наше місто таке воно повне ось таких відданих людей. Дякую дуже вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.